Стало известно о ЧП, случившемся в Дзержинске. Накануне Дня знаний 14-летняя девушка упала с 10-го этажа недостроенного здания на улице Советской. Согласно свидетельствам очевидцев, туда она забралась вместе со своими друзьями, чтобы полюбоваться закатом. Однако в темноте оступилась и угодила в технический проем. Упала пострадавшая на 9-й этаж. К счастью, ребенок выжил. Как только ЧП произошло, подростки позвонили по каналу 112. На место примчались полицейские, спасатели и медики. Пострадавшую госпитализировали. Выяснилось, что пройти на территорию стройки может любой желающий, и подростки здесь были частыми гостями.